Я не знаю. Куда он ездит, на нем можно ехать. Да зачем? Встретил мешка, опоздали на автобус. Едем за наждачкой. Короче, вообще капец, проебались. Я не проебался, но проебался. На минуту, блядь, на 30 секунд опоздал, капец. Фу. Я два раза завязывал шнурки. Лопатский, показывай свою новую доску. Это пиздец, я на них все перил, на бордслайд взял. Это МКП 4.0 в ширину. Ребят, охуенно. Здорово. Называется продал с пегами, с пегами. Это тебе дали покататься просто? Да, мне кирсовать дал. Ну, скут пиздато выглядит. Ну, выглядит пиздато вообще. Ну, он не сбалансированный особо, наверное. Ты чё, блядь, трофи, я на эту хуйню запрыгнул. Когда запрыгнул, все взял. Ну, смог взять. Я сейчас все, я скоплю 400 рубасов на новую доску. Нормально. Я решил не брать диск, решил взять это. Ну, окей. Мусорин, запарил. Залетел в парк, мешочек тут все уже клеит наждак новенький. Что это ты опиздил? Гомункул вернулся обратно. От, после пиздил. Отпиздили пацана. Нифига. Не посмотрим, будет классно выглядеть или нет. Ну точно не лучше, чем у меня. Ровно видите. Нахуй, о, да, лучше так. Дорогие чешечки, и все. Кому? Мне два. И первую попроси его. Вот, значит, ты такая. Где ты траву нашел уже? Вещество. Да похуй, клей так, чтобы с двух сторон обрезать и не париться. Я чип починил. Сука. Делай половину черным, половину белым. Блядь, уже да, не дохуя, она же такая, блядь, уходит. А если въебать вот так? А. Белый и черный, типа. Вот сюда так будет черный, прикольнее. Сюда ну, а так будет поинтереснее. О, привет. А говорили, детский труд запрещают, блядь. Ваня, Ваня, блядь, детский труд запрещен. Блядь, тут еще поставка была. Очень малого прям намазывать парафин. Записывайтесь к нам на видеоуроки и также приходите к нам на уроки. Стоимость одного занятия 1 час 5 рублей. О, это тренер. Лопатский, не неси хуй. И там черный фон. Бля, сорян. Короче, вот так вот Миша наклеил наждак. Тебе. Здесь еще черно будет. Сбер кастомно. Пойдет. Блядь, конечно. Блядь, просто... Не так круто, как у меня. У меня есть. А нет. Ну, короче, всем здорово, делаем под... Да, блядь! Всем здорово, делаем подгон вот этому человеку, новую досочку от Manson Wood. Мы ему обещали на ГСД сделать подарок, в итоге получил ее другой человек, и мы ему пообещали и даем новую досочку. Еще вот. Мы ему дарим ребенка, ну это тоже как подгон на забирай. Это тебе подарок, братик новый. Спасибо, Manson Wood, и всем спонсорам ГСД. Вот, все, я пошел тестировать подарки. Тут у нее что делать? Что ты снимаешь? Вот такая вот движуха в парке. Это снимать. Я уже снял, мне похуй. Keep coming next to me. Fuck it, give me head, she gon' keep giving.
ебать ты боссы, чувак. Вон, пацанов пустите. Пацанов пустите, скут дали покататься человеку. Тут дождик прошел. Очень. Ой, бля. Кайфово. Оп, 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 оп. Хоть когда ты босиком покатаешься, да? Охуенно. Походи по лужам просто, блин, тихо. Два лица. Не, больно. Минус ноги, тем минус. Ты ж панк. Давай, реально. Почти. Давай еще. Бля, я бы сам очканул, наверное. Мне страшно. Могу ванить. Стрико у него обновление вообще уебанское, блядь, что там давай, стоит. Давай, что-нибудь, интересная фраза. Смотри, блядь. Пиво, водочка, хуй пойми что, блядь. Ноги не сотри. Чувствует себя как дома. Хоть где-то покупался. Второй дом. Реально, второй дом. Кто? Какой, Бэмер? Он вроде в Санту поехал, наверное. Смотри, давай, давай, разгон. Миша, давайте видос такой в инсту снимем. Блядь, охуенно. Реально, давай, разбувайся, блядь, раздевайся. Блядь. Самокат берем, блядь, и снимаем. Я прошарил эту хуйню твою. Бля, блядь. Чувак, ты проехал 3 блядь, метра, я прошарил. Прошарил. Я понял, смотри, блядь. Блядь, ну я сильно, сильно, сильно. Ну что здесь неудобно-то? Плитка, плитка. Не все так просто. Это просто, блядь, просто здесь неудобно. Реально просто? Да, я прошарил эту хуйню. Попадай. Твою. Бля, алкаш выбежал. Вот про это я, блядь, и говорил, нахуй. Бля, я вроде снял там все. Ну, тут, конечно, чистые, красивые детали там вот. Реально чистые, почистые. Муха вон на этом самокате, муха на этом. Здесь он трясется. И чё, похуй. Олег набухался? Нет. Сука, конечно. Да, а? Фоточку тебе. Можно. Я завтра гоню в баранке, ты поедешь? Гонишь? Так, бля, ты видел погоду? Я чекнул, дождь стоит, бля. Да и похуй. Давай, Вань. Не. И резко вниз. Не-не-не. Ебалом не ебанешься. Я говорю, так же, как и на самокате. Я тоже падал. Вперед, вперед. Пиздец, он в фанере будет торчать, блядь. Не будет в фанере торчать. Каюм, показывай. Ха-ха, Антон, блядь. Ебать, он вкатил? А, нет, бля, вперед! Вперед, наклоняйся! Вперед и сильно! Блядь, ты не нажал! Ты не нажал, нихуя! Бля, ты реально не нажал! Здорово! Пачка запачкается! Сент-Лоран все-таки! Там скользко, блядь! Один вкатил, второй схватил доску! Реально! Это бесплатные аттракционы с слонями, пацаны. Нет, платные. Нажачи. Нахуй пиво брали. Нахуй пиво брали. На болты и резко вниз нам. А если... Просто резко вниз. Не хочешь? Не хочется второй раз падать. Тем страшнее. Резко вниз, просто сука резко. Да, уже иммунитет первый раз. Всем телом. Всем телом такой. А если он ебалом улетит? Ебать здесь операторов. Всем телом. О, на Бэтмене, сука! Чувак! Чувак, это рэпчик! Ты вкатишь сейчас точно. Чувак, это рэпчик! Пизда, он даже не убился, считай. Я убивался на этой рампе, ёбаный. Да, тут скейтеры, которые катают больше, его убивали. Втаплю. Не толкай меня! Толкни! Нельзя толкать. Можно, меня толкали. Почти, чел. Чувак, это рэпчик! Я сальто быстрее сделал, пацаны. Давай.
окна. Тут гэпчика нету. Что ты слетаешь со скейта? Реально останься и все. Пошли с большой типа. Останься типа. Дурак ты, блядь. Останься на досочке. И я. Бля, что-то долго снимается это все уже. Дед, Ваня, ты рамку почистил. В лужу, блядь, мою доску. Все, пошли кубики, сигарет. Ваши слова, ебать. Слова. Слова. Всем привет, ребят! 5 часов утра на дворе, и мы трипуем, как обычно, в какой-нибудь другой город. И в этот раз опять Бараныча. Но мы уже поедем, короче, на дизеле. Вот такой вот видон прикольный. Реально классный вид. И, короче, мы так переживали за погоду. Я не знаю, будет она нормальная или нет, но, короче, дождь недавно был. Но сейчас я иду, и прям вообще классная погодка, максимально тепло. Ну и будем надеяться, что в Баранычах будет целый день тоже тепло. Ну, даже если там пройдет 1-2 раза дождь, как бы ничего страшного. Фу. Короче, поспал я всего лишь 3 часа. Вот такая вот мокрая дорога еще, конечно. С утра, ну, надеюсь, все высохнет быстренько. Короче, не вышел еще даже влог с Баранок. Возможно, я его сегодня выпущу. Но там просто еще перед вот этим влогом, который я сейчас уже снимаю вам, Минский выйдет. Ну и тогда это. Но я думаю, быстро выйдет, не будем затягивать с видосами. Короче, это капец полный. Мы договорились 5:30 словиться на одном месте, там, где мы всегда встречаемся обычно, когда едем куда-то. Но в итоге уже 5:30, и мне еще идти, ну, минут 5 точно. Короче, капец, сейчас будет мешок мне 100% звонить. Ебать мозги. Но я надеюсь, мы успеем на поезд 100%, потому что он вроде бы в 5:59 или в 6 утра. Ну, короче, будем надеяться, что успеем и не опоздаем. Я не знаю, почему мы так решили поехать рано. Потому что возвращаться мы... Блять, самокатик. Возвращаться мы сможем только либо в обед, но в обед будет рано. Ну, блять, тут такой охуенный вид, это надо снять, пиздец, по-любому. Короче, все, видончик подсняли, под музлишечка зайдет охрененно. Ну, короче, если там не будет погоды в Бараныычах, мы по-любому тогда едем в обед обратно. А если будет погода, то мы едем в 8:40 вечера вроде бы. Да, вроде 8:40. Ну и прибудем тогда где-то в 10 с чем-то уже, слоним обратно вечером. Down in the side, bitch. Yeah, nigga. We know hip-hop and rap and all that shit started in the motherfucking East. Know what I'm saying? Then it went to the West Coast and they did it a little bit better, know what I'm saying? But now it's our time to shine down here, nigga. Know what I'm saying? So since y'all niggas keep saying we ain't real hip-hop down here, we don't wanna be down with you bitch-ass niggas. So y'all stay up there with that bullshit. This country... Видеосъемка запрещена. Камера вырубай. Камеру вырубай, нахуй. Ты снимаешь, нахуй, и выпускаешь лук только через месяц, заебал. Не, так не будет быть раньше, да. По-любому, я думаю. Баранок, ты меня снимаешь? Да. На таймлапс, на таймлапс. Наш таймлапс. Не, реально таймлапс. Steady grind, stay in the studio, nigga. Pussy nigga can't say he ain't. I know you hate me, bitch. Hold up. Cause if you did, then you would be lying. Что, Федерик? Виды, краевиды. Вон, смотри, сколько на плясе. Ничего себе, супер-фэн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 -ф
похавать. Миша, Никит, дай пацанам похавать. Никит, снимай, снимай. Дай пацанам похавать. Снимай. Дай пацанам похавать. Снимаешь? Тише. Пипец, алкоголик. Тунеядец. Сушил, сушил, посушил мама. Публики в 6 утра решил публиков покушать. Какой? В 6.40, в 6.40. Что нам в 6? Максимум, что я сделаю? Я еще не дошел. Ну, максимум, что я сделаю, это я попью. Сейчас выпьем все, а он даже не заметит. Мы сейчас все выпьем. Он, короче, публике сидит, мы скажем, а ты публике, а мы вы все выпили. Как они работают? А, вот тут тусы, я раздавался. А, точно. Как моргач. А, точно. Она попросила. Короче, все. Сейчас на жопы пойдем. Ну и предусмотрительные парни. Сейчас на жопы пойдем. Я понимаю. Да, подождешь, понимаешь? Да. Они не разогрели. Да, да. Обрезание делаем. Обрезание. Пуповины. Обрезание бубликов. Все. Все, больше не детский. Стресс, стресс, стресс. Вытекает. Abroad, I'm from the get. Hope, but I'm still clocking figures. Bitch, hope, cocksucking nigga. And that goes for all you visitors too. If you don't like it down here, get the fuck on, fool. This... Миша, чё такие, чё такие большие уши? Да это тебе просто. Дай посмотреть рука. По размерам. Смотри, смотри. Снимаешь, снимаешь, тихо. Тихо, тихо, снимаешь. Оп, с ухом, смотри, лежал. Да не бойся, извините. Зарыгался. Обрыгался, обрыгался. Зарыган, заткнись. Обрыгался. On it, bitch, that bullshit ain't working. I'm a OG rock ball. Write my name up on the wall. Fuck your bitch and hit the switch and put my dick up in her jaw. Sweet Jones, fuck the clone. Legend on the microphone. Player's choice, with your voice. Keep your bitches pussy moist. I bump the screw, that's how I do. Sipping Drake, bitch, team like Eve, being big blue lens. Knock his bitch, fuck with a friend. Candy cart, exquisite mind. Bought the ranch, man, fuck the house. And y'all still gotta buy y'all dough from us. What the fuck you bitch niggas talking about? Bye. All you old sensitive ass niggas. Know I'm talking about y'all niggas on y'all period up here, bitch. Know I'm talking about y'all hide behind an email address and send that bullshit through the app, bitch. Say my name, bitch, I'ma come to your house. Fuck how you feel, country rap tunes, nigga. They put all y'all records on one side of the store and put all the country rap music on the other side of the store. Короче, вот так вот мы переместились быстро в Баранаси. За часок доехали, сейчас едем на автобус и едем на скейт-парк. Бля, ты снял? Да. Охуенно. Чувак, заходи. Надо посмотреть. Грязненький немного, говно, да, вляпался, да, капец. Даже с самого утра. Да, вот такой. Все, поехали на автобус. Поехали. Двигаемся дальше.
Мешок делает этот день. Нет. Look wrong, you niggas got your grind wrong, man. I gotta watch you old ass niggas. It's time for the teacher to sit back at the front of the class, nigga. Right on the blackboard to teach you whole ass niggas the rules, nigga. Cause ain't nobody showing you niggas how to get money the right way if you gon' get money, bitch. Короче, залетели в магаз купить минералочки и энергетику. Пацаны хотят энергию. 10 минут до открытия. Стоим, короче, как бичи за вином с самого утра. Только не за вином, а за водой. You're doing shit you know ain't cool until the good got kids moving work, hustling by the school, using youngsters to hit stakes and whole shit on the cool. Matter of fact, fuck the cool, you nigga. Когда все хотели энергетик, в итоге купили свежесть. Ну классно. От Крифови и сырочек. Все одинаково. Миша на хлебник. Чисто рыбу дает. Рыбу и пьем. Чем наши. Там больше фигуры в разы. Да навряд ли ты разъебешься. Ну все, короче, мы приехали уже в скейт-парк. 8 утра. Да, Мишок? Рано утром, никого нету, можно покататься. Посмотрим, насколько мы сюда приехали. Ну чё, пацаны, фигуры больше, да? Ну, флэт, да, флэт такой подубитый. Чувствуется. Ну, вот эти дорожки классные. А? Лавочка. Где? Где? Ну вот, типа. Ну, рампа, ну, нормальная. Я вот в ней разъебался. Ногу все подвернул на самокате. Да. Нет, чувак, у нас скейт-парка не было тогда еще. А где он? Ну, давно было. Да ты ебанешь здесь по-любому, чел. Он проще, мне кажется, чем наш радиус тут по-любому. А вон там уже шутка. Там пожестче. Ну да, фанера уже подубитая такая. Ну, все подубитое, заметил. Похуй. Ну видишь, вон листы новые ложат, типа, понемногу. Ну ложат, когда прям если пиздец. Ну зато хоть как-то. Ну так, планировка парка прикольная, да? Вот именно перила охуенная. Ну та зона тоже прикольная, но, блядь, она мелкая немного. Вау, блядь! Жёстко. Тут эйры можно делать. Тут вот самый прикол, в этой минке можно нормально вылетать, типа. С этого, ну, блядь. А она выше или не одинаковая? Что? Выше. Чем наша? Нет, именно вот эта часть, она выше этой. А хуй знает, если вроде честно. Да. Ну жестко, пожестче, чем у нас. Да, короче, все, надо раскатываться. Миша катывает. Привет, он ёбнется сейчас. Ну да, тут вылетать хорошенько можно. Ну все, надо раскатываться. Даник же здесь скользил, типа. Ну. Они здесь понаписывали свои везде инстаграмы. Ну вот эта грань жесткая, да? А вот ну ее можно было попробовать вниз. Вован тогда типа с пятками еле делал вроде. Welcome to Angel's Exodus. I've been waiting such a long, long time. It's your boy Lil B. Ending the 2010. Welcome 2011. Lord, whoever, thank you for this weather. Blessings for today and praises to whoever. Legends like me, I don't be going out the gym. In-house maids, marble floors, he deceased to transfer passengers across states and boundaries, guidelines. Overtime I put in for this rap like I'm UPS. Niggas is gifted, I appreciate the talent I was given. But at times I don't, and I'm wondering why I'm living my sunblock vision while I exhale the smoke. How many niggas laid in horror, fitting for their life. Welcome morning, cheers to the night. A fresh start, we gon' be alright. Fight the battle of a champ, pride myself on honor. Niggas be going to jail for karma. Master of wisdom, don't be misled by the knowledge. Life college, Lil B, Angel's Exodus. Yeah.
feel good cause this is a growth for me. This is steps up, I ain't going backwards, I'm moving forwards. Remember, don't mistake knowledge for wisdom. Real rappers know that shit. It's past rap, it's real life. Save myself, I paid myself. Niggas act hard, but I raised myself. I did a good job for the hand I was dealt. Had a crazy mom, she took a hand to the belt. And my father used to beat it, so the violence passed down. Niggas say the greeters will make him a cash cow. I never gave a fuck, never wearing a mask gown. God punished me, I was having to back down. Had to slow down, cause I moved. Папа Твани, параноическую мин. Ну чё, как? Вообще хуйня? Ну высоко чисто тоже. А так, ну, наверное, как в том квотере, да? Ну сердечко так стукнуло. Ну что, Ваня? Too fast now, had to rethink cause my planning is so average. Had to step it up cause my vision was messing up. Gave my new purpose, no pressure to mess up. Now I'm on the roll and my focus, no hocus pocus. Now I know the light and my passion is so ferocious. Now I'm on the plane and I'm giving the staff promotions. Now I'm on the place and I'm touring the out in the open. No big. Angels, Exodus. Welcome. Короче, вот так вот тут все отдыхают. На отдых. Я тут уже для инстаклипчика сделал пару трючков и наконец-то поставил два випчика. Блять, это пиздец. Это, наверное, мечта была моя. Ну, в слонями, короче, почти ставил, но тут настолько кайфовый вылет. Типа бэнка. И, короче, проще в разы сделать. Прям вот со второй попытки приехал и увез. А вчера попыток 50 точно сделал. Короче, кайф. Едем в магаз. Поедем в магаз, пацаны? Сейчас. Ну, я не знаю. Можно было. Там вон самокатеры какие-то уже едут. Скутеристы. А? Нет. Я близко. Нет. Что ж, все значит, что время? Ага. Shout out to Digital. AG. It's Lil B, Bass World for life. Angels, Exodus. Hey yo, Lou, I see you. Focus, I see you. Spain, I see you. Stand up. Lil B. Cormega, I see you. Nas, Jay-Z. Raekwon, I see you. Wu-Tang, I see you. It's Lil B. Lodek, I see you. MF Doom, I see you. Tommy Guns, I see you. Real hip hop, I see you. Yeah, Slow B, Angels Exodus. Welcome for history. Slow B, Bay Area, West Side, 2011. And beyond, Slow B. Подписывайтесь на канал Naked Boy. Английскими буквами Naked Boy. А где же я? А? Я уже с слонями. 60 километров. I got the rap game sold up. What's up? Уезжаем со скейт-парка. Тут пацаны подписываются. Да, подписывайтесь. Уезжаем со скейт-парка. Не поснимали особо трюков. Ну, короче, поснимали для инстаклипа. Подписывайтесь на него! Подписывайтесь, да, на пацаны подписались. Подписывайтесь на Naked Boy. Самый лучший канал. Ну. Все, заходим, короче, в магаз. Дикари. Что вы выбираем? Первый раз в таком большом магазине или что? Что покупаем? Миша? О, можно сесть. Да, я еду. Я предлагаю купить барбекю и сделать пожарить мясо. Самый оптимальный вариант. Капец, оно стоит. Из какого нам сериала? Ну, блядь, оно... О, давайте Мишу здесь пожарим. На самом деле, там. Полетели в воду. Без рук, Миша. Фига, тут же ноги шли. Волкашка пришла. Где попить тут холодной воды? А? Ты стой, стой,
Это для Миши. Миша любит эссу. Стрип какой там старый мельник? Ну я пробовал. Пацаны, я что, в раю? Ну кроме эссы, эссу не пиво. Я три эссы. Эсса вкусная? Да, очень вкусно, очень вкусно. Я не пью такого. На слоне можно идти? Да. Где слоне? Где? Еврики? Нашли тут скейт, и пацаны выбирают уже. Миша выбирает скейт. Вот, а посмотри. Посмотри на эти траки, они же мощные. А подшипники, походу, не работают. Что? Вот, видишь, какой штатив, блядь. Смотри, какой скейт тупо взял за ручку. И все. Вот это вообще... Вот это вообще тема. Принт супермаркет. Мы как звери какие-то на хале. Никита не хватит. Никита срочно нужен супермаркет. Нужен Ксанкс. Он пошлый море послушал. И представляет, что он Кирюша бледный. Кирюша. А, все. Не фокус. Да вон я вижу кебаб. Все, летим в кебаб. Просто сейчас сожрем там все. Миша, обжор в номер. А просто тестировать буду у них. Зашли, короче, покушать. Миша, ты ничего не будешь пробовать? Угу, да, конечно. 7 рублей вот это вот все стоило? Конечно, делаю. 100 раз. Мешок тут чисто побечу с картошечкой. Мог бы уже шаву купить, реально. Где? Там еще мужика, у мужика. Да, ну, короче, вот так. Если что, пойду еще типа довершу. Подорожало. На 5 рублей реально можно было нахмариться? Ну, так же было. Пацаны тут закупились тоже. Мешок не может. Как закупились, да? Мише, короче, не хватает картошечки, он уже вторую порцию взял себе. Не может без картошки уже с другим соусом. О, да. Два подноса взял, потому что дикарь не знает, куда нести. Да. Короче, все, мы похавали в Короне. Едем обратно домой, скорее всего, в Слоним. И, возможно, вернемся в понедельник обратно катать, потому что карту мы особо не поснимали. Поехали, просто похавали, и все. Pick up the can. She ain't coming back no more. Don't tell. Nothing here. Pick up the can. Хватит пить. Не напился вообще. Покупай Лего, давай. 90 копеек, смотри. 55 лет. Не, похер. Шлег. Да, у меня как раз рубль 60. Хватит вообще на тебя. Я вам пью. За рубль 60 вообще будешь, пацан. На. Да, что, я Миша, думал, на прощание скажет? Я думал, мы... Там, блядь, оттуда приедет поезд, а не оттуда. Все, возвращаемся. Короче, не путайтесь с поездами, потому что я думал, что поезд приедет оттуда. Hey, I saw you last night. I was at the club. Saw who you were with too.